прямий приліт у квартиру, от пошкоджений будинок. Квартира непридатна для життя. Ви знаєте, це не люди. Це не люди, от в жилий будинок, де люди, де бабусі, дідусі. На дяку Богові ніхто не постраждав, що людей в той квартирі не було. Взрыв страшный, я слышала, конечно. Дома были. Спасибо. А потом сын прибегает, бо он на этой стороне был. Мама, у нас все в порядке. Мам, на одном этаже. Говорю, да. Говорю, что это, Игнат? Это сама пятиэтажка. Говорит, сюда, говорит, летела сильно. Но взрыв был страшный, потому что я же присела. Была на балконе, стирку вешала, и посыпали стекла, и стекла попали мне там в голову, разрубало голову. Ну, мы вызывали скорую, там просто, мне сказал, зашивать не треба, но, ну, голова болит. После прилета мы повыскакивали, машина стояла тут белая. Парень лежал тут, девушку занесли в подъезд. Была она сильно тоже, ну там, позвоночник, шея. Скорую вызвали, ну девушка так, с подъезда вызвала. А хлопчика вы, кажется, не трогали? Не трогали, бо ноги синие, вещи на нем порватые были, ну разорватые. Угу. Ну куда его передвигать? Я сидела в хаті і я такого ще зубу не чула, і тільки такий різкий чи вистріл, чи я не знаю, що воно. І я почула, тільки ж полетіли стекла на балконі. Ну я боялася виходити. Батько, це зараз вийшла, подивиться.